Здравствуйте, в эфире программа «Сау-Балашак онлайн». Программа для тех, кто привык вести активный образ жизни, но по каким-то причинам лишился этой возможности. С нашими тренировками вы можете привести себя в тонус, не используя какой-либо спортинвентарь. Начнем нашу тренировку. Подъемы корпуса вверх. Исходное положение. Лежа на животе. Руки вытянуты вперед, взяв бутылки. Ноги фиксируем. Поднимаем только верхнюю часть тела от пола. В руках бутылки перед лицом. Поднимаем тело и отводим согнутые руки с бутылками немного назад. 3-4 подхода по 10-15 раз. Перейдем к следующему упражнению. Тяга к поясу в планке. Это движение стабилизирует корпус и исправляет осанку. Оно подходит для тех, у кого сутулая спина и выпирающий живот. И может выполняться относительно легким весом. Необходимо принять упор позу планки, расположив бутылку на средней линии тела между руками, а корпус параллельно полу. Далее нужно втянуть живот, упереть стопы в пол, сократить мышцы передней поверхности бедра для стабилизации. Освободить правую руку и захватить ею бутылку. После этого выполняется тяга одной бутылки к поясу. При этом стараться не перекашивать корпус так, чтобы позвоночник оставался в плоскости, параллельной полу. Это упражнение может включаться как в тренировку спины, так и в интервальную тренировку. Рекомендуем выполнить данное упражнение не менее 12 повторений, 4 подхода. We'll be right back.
Перейдем к следующему упражнению. Подъемы через стороны в наклоне с отведением рук к тазу. Поставьте ноги на ширине плеч. Наклонитесь вперед так, чтобы плечи были немного выше уровня таза. Руки опущены вниз, согнуты немного в локтях. На выдохе начинайте разводить руки в стороны. В момент, когда руки станут параллельно полу, начинайте разводить руки назад по дуге, не сгибая локтей. В точке соприкосновения бутылок с тазом сделайте задержку на 3 секунды. После по той же траектории верните руки в исходное положение. Не допускайте раскачивания. Выполните это упражнение в 20 повторениях, 4 подхода. Перейдем к следующему упражнению. Обратные отжимания от стула. Для этого упражнения нам понадобится стул. Повернитесь к нему спиной и опуститесь вниз, упираясь в стул руками чуть шире ширины плеч. Стопы плотно стоят на полу. Вдыхайте и плавно опускайтесь вниз, сгибая руки в локтях. Рассчитывайте свои силы, не нужно опускаться до самого пола, если вы чувствуете, что потом не сможете подняться. На выдохе поднимайтесь вверх за счет выпрямления рук. Если ваша цель – максимально быстрый рост мышц, то негативная фаза упражнения должна занимать в 2-3 раза больше времени, чем позитивная. То есть опускаться нужно медленнее, чем подниматься. Сделайте 8-12 повторений в 3-5 подходах. Перейдем к следующему упражнению. Планка с разгибанием руки в локтевом суставе. Тяжелый вес не нужен, чтобы проработать целевую группу мышц. Кроме того, в движении работает пресс, бедра, ягодицы и даже мышцы спины. Принимаем упор на ладони и носочки.
Стабилизируем корпус, втягиваем живот. Освобождаем правую руку. Выводим ее так, чтобы можно было согнуть и разогнуть локтевой сустав. Выполняем сгибание в локтевом суставе, затем разгибание. Сделайте по 20 повторений на каждую руку. 4 подхода. И последнее упражнение. Разгибание одной рукой из-за головы. Ноги шире плеч. Рука выпрямлена вверх. Начинайте выполнять движение. Опускайте бутылку за голову до 90 градусов в локтевом суставе. Важно! На протяжении всего движения локоть должен смотреть в потолок. Он не должен расходиться в стороны и также не должен уходить вперед. После начинайте медленно возвращать руку в исходное положение по той же траектории. Не старайтесь помочь себе ногами. Жим должен выполняться только с помощью трицепса. Рекомендуем выполнить данное упражнение в 30 повторений, 4 подхода на каждую руку. На этом наша тренировка окончена. Выражаем огромную благодарность Акимату города Алматы. Хотелось бы напомнить, что всего 1 час тренировок занимает 4% вашего дня. Будьте здоровы! Увидимся в эфире!